Строительство ТМ-35 началось в Хабаровске. Она гарантия, что даже в лютые морозы в домах города будет тепло. Крупнейшая тепломагистраль сможет обеспечить отоплением около 2,5 миллионов квадратных метров. На объекте побывал глава региона Михаил Дегтярев и проинспектировал ход работ. Подробности в следующем сюжете. Август 2024 года, плановая дата окончания. Вот вообще по ПОЦу там почти 2 года было, но с учетом задач, которые стоят в августе 2024 года. Да, надо торопиться. Строительство крупнейшей тепломагистрали номер 35 началось несколько дней назад. На объект уже завезли 0,5 километра труб, которые постепенно готовят к прокладке под землю. Но основные работы здесь начнутся в следующем году. А потом сюда какое-то кольцо вы запениваете, да? Да, здесь надо будет провариться. Потом закрашивается, потом вон идет обечайка, кольцо. Всего здесь предстоит проложить более 10 километров коммуникаций. Погодные условия на работе специалистов не отразятся. Технология предусматривает работу вот при отрицательных температурах. Соответственно, все средства, которые необходимо, будем применять. То есть темпы будут теми же самыми. Трубы для тепломагистрали производятся в Хабаровске. Коммуникации не пропускают и не отдают тепло. На предприятии «Полипластик ДВ» уже готовится крупная партия коммуникаций. На производство 10 километров труб у компании уйдет 3-4 месяца. Очищаем только снаружи от ржавчины, от окалины, от других загрязнений. Ну и наносим широковатость, повышает адгезию в последующем. Цепкость хорошая. Адгезия – это и есть цепкость, да? Да. Вот таких труб в настоящий момент – это 820 диаметр по стальной трубе. В смену могут выпускать порядка 15 труб. То есть это в зависимости от длины трубы 180 метров приблизительно. ТМ-35 построят благодаря инфраструктурному бюджетному кредиту от правительства страны. Хабаровский край первым из 20 регионов получил такую субсидию. Общая стоимость объекта – 5,5 миллиардов рублей. Больше 3 из них – федеральные средства. Остальное заплатит концессионер. Проект мы сделали за свой счет. Еще в 2020 году начали его в августе. Потратили свои средства, чтобы не тормозить процесс. Потому что если бы мы сейчас ушли в проектирование, в госэкспертизу, мы бы далеко за 26-й год с этой тепломагистрали ушли. ТМ-35 строители должны сдать в эксплуатацию в августе 2024 года. Ожидается, что тепломагистраль обеспечит теплом более 2,5 миллионов квадратных метров жилья на Ореховой Сопке, а также будущие 6-й и 7-й микрорайоны города. Игорь Сукачев, Николай Трохин. Смотри Хабаровск.